Друзья мои дорогие, всем добрый день! Мы много с вами говорим про нарциссов, нарциссок в отношениях, в семейных, любовных отношениях сегодня пора подробнее поговорить про матерей нарциссов очень много вижу от вас вопросов на эту тему регулярно люди на консультации с такими историями приходят да у матери нарцисса может э, вырасти Нарцисс, может вырасти невротик, может вырасти пограничник, может вырасти человек с другими особенностями психики. Здесь невозможно, знаете, четкую такую связку обозначить, что вот обязательно будет это. Но очень важно как раз знать специфику такой мамы, такой личности, специфику воздействия на эту личность, чтобы если человек понимает, что да, это его история, это было с ним, то первым этапом он должен себе это признать, это разложить по полочкам, а не считать это э, чем-то таким, э, скажем так, что э, он уже никак не может изменить, да, он может это в себе принять. И дальше уже вторым этапом он принимает решение, что он себе корректирует, где он себе это дальше отслеживает и э, на что меняет какие они основные признаки матери нарцисса, что она делает? Во-первых, очень э, частый критерий, который кстати и зачастую и э, выдает именно нарцисса. она любит ребенка за что-то, то есть нужно постоянно соответствовать отличника она лепит еще там кого-то она из него или и или не из нее лепит то есть ребенок растет с ощущением что я должен соответствовать я должен вписываться в какой-то образ какие-то рамки то есть там нет спокойного принятия личности там нет вот этих попыток дать возможность проявиться этой личности просто конкретно ведут в некий объектный образ. Следующий признак ⁇ это сравнение детей с другими детьми, друг с другом, если в семье несколько детей. То есть это постоянная, сравнительно соревновательная линия и зачастую, конечно же, не в пользу своего ребенка. Если в семье несколько детей или как-то так сложилось, что есть помимо, например, своего ребенка, там еще какие-то приближенные, может быть, племянники, кто-то еще, то там очень очень часто будет идти градация, там не будет отношения на равных, там будет золотой ребенок, там будет отверженный, там будет черная овца, там будет разделение между вот этими вот ролями, какие-то постоянные игрища и стравливание. Очень часто в ситуации с матерью нарциссом дети это либо ее нарциссическое расширение, нарциссическое продолжение, и через них как бы она пытается себя усиливать, себе добрать, себе докомпенсировать что-то. Либо она ненавидит, отторгает, презирает, при этом старается сохранять фасад, сохранять маску. Конечно же, следующий признак – это манипулятивность. Манипулятивность во всем, в формулировках, в подаче, в общении. То есть там не будет ровной, спокойной, искренней, прямой коммуникации. Там все равно будут по Постоянно попытки э, подтвердить свою власть, раскачать на эмоции. Следующий признак – это зацикленность на внешнем образе семьи, ее материнства, ее собственного образа, образа ребенка, вот такого, какого ей надо, в ущерб психологическому состоянию ребенка. То есть очень часто в таких семьях с такими мамами фасад очень даже неплохой, там кажется, что все идеально, и только ребенок уже с возрастом понимает, в каком ужасе жить другой признак это разные роли разные маски и также только с годами человек понимает что действительно мама очень разная была в разных обстоятельствах это нарушение личных границ то есть нарциссы продавливают их проминают так как им удобно что они еще делают они занимаются эмоциональной инвалидизацией своего ребенка то есть ты это имеешь право чувствовать это не имеешь право чувствовать чувствовать. Ты э, до, должен быть таким, то есть там идет запрет на проявление каких-то эмоций. Конечно же, она ни в чем не винит в себе, себя, она всегда перекладывает вину на других, она всегда права. Какие типы матерей-нарциссок существуют? Конечно же, бывают комбинированные типы, бывают там проявления разных граней. Я вот так вот, если упростить, выделила бы семь ключевых типов. Первый тип – это королева, то есть чаще это грандиозная нарцисска. Ее семья. Это ее свита, ей нужно поклонение, служение, четкое выполнение ее инструкций. Если что-то не так, то идет отлучение от трона. Она может быть успешна в карьере, она может быть не успешна в карьере, но при любом раскладе, вот для королев, для них семья имеет большое значение. Большое значение с точки зрения подтверждения ее фасада, подтверждения ее некой состоятельности как женщины то есть там очень часто холодная равнодушная достаточно такое функциональное отношение а, к своей свете какая-то показательная щедрость то есть это такие вот да очень часто холодные семьи в которых в принципе ты не знают дети что такое принятие там только идет именно служение маме другой тип матерей нарциссок это звезда то есть часто это также грандиозная нарцисска, то есть если королева для нее действительно семья семейная система важна и она э, там рулит она раздает роли то для звезды семья нужна лишь э, дети просто вот чтобы было вот чтобы все понимали что она тоже может быть мамой, что у нее там все нормально, она сосредоточена на там, творчестве, карьере, деятельности, на покорении мужчин. То есть там очень часто ребенок вообще растет сам по себе, либо постоянно терпит какие-то ее капризы, какие-то ее загоны. Другой тип матери, нарцисса, это надзирательница такая, очень часто перверзницы такие бывают контролер ненавидит всех сплошная муштра сплошная попытка просто вот залезть под кожу раскритиковать как правило в таких семьях просто вздохнуть дети не могут эм, грубо бесцеремонно влазит в жизнь ребенка то есть может позвонить его друзьям что-то наговорить даже если ребенок вырос и у нее есть доступ к его контактам может она может позвонить и э, опозорить да сказать там так позвонить мужчине и сказать да там ты знаешь а моя дочь шлюха что ты с ней связался или больше не приводите вашего ребенка к нам в дом он у нас ест с много. То есть там совершенно просто вот, да, как бы отбитый такой персонаж на грани уже с, со, социопатией некой. То есть злость, мужтра, наказание. То есть она прям такое ощущение, что ненавидит своего ребенка, там, да, и душит его контроль. Четвертый тип – жертва. Жертвами бывают и перверзницы, и скрытые нарциски. Там вот этот вот акцент «я все ради вас надо терпеть женская мудрость мамочка самое лучшее самое хорошее все в вас вложила теперь давайте в мамочку вкладывайте теперь хотя если вы попробуете проанализировать, там, подумать о чем-то, ну, не, не, так много вы найдете какой-то вот этой ценности. Там очень много нытья, очень много вот этой позиции снизу, заискивания. Нередко, да, это женщины, которые терпят, там уже и тиранов, уже и психопатов, но, да, и, и такие пары тоже бывают. Мама жертва, это та, которая задолбит вас чувством вины, вот этим вот чувством, что вы такой вот, вам должно быть стыдно, вы постоянно что-то должны. То есть если ребенок, ну, как-то не дистанцируется уже во взрослом возрасте, она действительно просто вот как пиявка будет на нем висеть. Пятый тип. Дочка. То есть такая вот мама-дочка инфантильная, у такой матери нередко дети вынуждены очень рано взрослеть, и происходит та самая парентификация, когда ребенок на себя вынужденно берет функции взрослого. То есть там также, как в случае со звездой, будет много капризов, будет много вот каких-то таких бросов. Просто дочка нередко не очень э, успешно, то есть ее действительно ее много дома вот такой вот мамы дочки и там будут сплошные обиды, там будут попытки как-то вот раскачать на э, эмоции, там будут попытки вот кого-то чем-то напрячь, то есть это действительно такой невыносимый тип, который с годами только еще больше прогрессирует, скажем так, ну и как любой другой. Следующий тип это инопланетянка. Это часто скрытая нарцисска замкнутая, но это перверженность тоже такие бывают, вся в себе обидчивая, с мистическим мышлением, слишком зацикленная там на религии или на каком-то прошлом своем, то есть такая отстраненная, при этом там холод лютый. Ребенку может долго казаться, что это он какой-то не такой, он будет пытаться ее отогреть, а ей на самом деле не надо ничего. И седьмой тип это. ЖЖ я называю. То есть я же женщина, акцент на я же женщина. Это такой микс дочки, жертвы, а плюс там часто просто идет паразитирование, она бездельница, при этом она невыносимая, там будут сплошные манипуляции, сплошные игрища, а, да, то есть и акцент на в том, что раз она женщина, раз она мать, ей можно все, и вы ей должны все. А как отдельный тип можно выделить еще, наверное, знаете, такую манипуляторшу режиссера, которая именно стравливает, ведет какие-то скрытые вот эти вот игрища скрытый сценарий. Но нередко это, знаете, такая скрытые, скажем так, спектакли, в которых непонятно, кто же режиссер на самом деле режиссер она она стравливает она ссорит но это можно и знаете как выделить и как некую такую сквозную центральную черту очень многих матерей нарциссок ну да можно и как отдельный тип рассматривать друзья мои дорогие делитесь в комментариях что было у вас вы какие типы находили и просматривали у себя да и делитесь там, скажем так если это ваш пример ваш история то что было дальше какими вы себя чувствуете что происходит и давайте тогда дальше еще эти темы раскрывать если вам интересно и я напоминаю вам если вам будет нужна моя помощь как психолог как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч